Привет! Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Лилия Донскова, это кот Бакс, ваш любимчик, наконец-то с нами. И сегодня мы получили первый заказ по каталогу Oriflame номер 7. Где этот каталог красивейший? Вот он, этот чудесный каталог. Заказ получился на 225 баллов. Первый заказ, но достаточно приличный. Итак, что же я получила в этом заказе? Во-первых, чуть позже покажу сюрприз, который я получила от компании. Этот мешочек пока уберу в сторону. И вот эта вот огромная коробка, сейчас все разберем, все покажу. Заказала новинки. Это серия с арбузом и лимоном. Не удержалась, хотя у меня очень много кремов для тела, лосьонов, и есть скраб, но я очень хочу попробовать. Сейчас прям при вас открываю. Кстати, пломбочки нет, обращаю ваше внимание. Ну, кстати, на лосьонах, по-моему, ни на одних нет пломбочки. Это хочется съесть просто. Давайте посмотрим консистенцию лосьона. Кстати, он не очень большой, и это классно, то что он 150 миллилитров, он быстро закончится хотя бы, и можно брать другие пробовать. Пробую на руке. Боже, какой запах! Если вы любите такие свежие, сочные летние ароматы, то этот аромат вам точно подойдет. Он офигенно пахнет, просто извините за мой сленг. Много скраб. Скрабом буду сегодня пользоваться, поэтому вскрою пакетик и посмотрю, что здесь внутри. Так, оторвала беспощадно. Тут есть специальные такие надрезы, по которым нужно рвать. Ну, я вот как обычно. Так, покажите, что внутри. Розового цвета, как варенье, просто вижу все в пузыриках, очень мало отшелушивающих частичек, то есть я их как бы вот, ну, не вижу в таком объеме, как вот, например, в скрабе с серии спа. На него смотришь и сразу понимаешь, что там куча-куча этих частичек, которые отшелушивают. Здесь их немного, буду пробовать потом. Если интересно, пишите в комментариях вопросы, скажу свои ощущения. Красиво, эффектно, классный подарок, поэтому я взяла, по-моему, еще один, ну, посмотрим сейчас в заказе, для того чтобы распробовать самой и уже подарить клиентам, потому что в этом заказе у меня много продукции под заказ. Вот такую красоту будем выставлять. Бакс, ты что отвернулся? Это я взяла свое любимое средство, двухфазное средство для снятия водостойкой косметики. Вы ничего не замечаете? У меня один глаз накрашенный, второй нет, вы видите? Сейчас расскажу, в чем дело. Дело в следующем. Сейчас надо найти. Я получила новую тушь серии The One. Сейчас попробую озвучить. Tremendous. И я попробовала ее уже, и специально не стала красить второй глаз, чтобы вы увидели, какая разница. Смотрите. Мы записали отдельное видео, где я полностью показываю, что и как, и зачем, и почему. Скоро выйдет, посмотрите на канале. А пока я буду сидеть с разными глазами. Ну, так уж вышло. Так, челка будет закрываться. Тушь мне очень понравилась. Очень. Смотрите, у меня просто... Она и переводится как огромный. Вот, у нее, во-первых, огромная щеточка, но, как ни странно, мои ресницы сказали да, потому что мои ресницы обычно не любят такие пушистые большие щетки, и мне очень понравилось то, что сразу ресницы прям такие стали большие, глаз распахнулся. Но мне кажется, это очевидно, вы сами это видите. Так что тушь берем. Кстати, берите всегда две, там 2-4, например. Если берете только две, указывайте промокод и будете участвовать там во всяких прелестях, почитайте в каталоге. А если вы берете 4, то пятую вам пришлют в подарок. 4 равно 5. Очень хорошо. Новый каталог. Сразу его достану. Не видела еще. В электронном виде, кстати, посмотрела чуть-чуть. Так, это шампунь-активатор, то есть стимулятор роста волос. Очень-очень хочу вернуть свою длиннющую косу, поэтому стараюсь отращивать волосы как могу, используя наши средства. Кстати, брала тоник из этой серии, очень эффективно, но я такая лентяйка, для меня невозможно каждый день делать этот тоник. Просто я делаю дня 3, потом 2-3 недели перерыв. Эффекта не будет, эффект только если регулярно использовать. Поэтому я не стала брать тоник, взяла только шампунь, потому что от него тоже эффект очень классный. Шампунь
в чем эффективен? Смотрите, когда вы моете им голову, как обычный шампунь, вроде бы ничего особенного, но постепенно вы замечаете, что волосы меньше выпадают, начинает расти вот этот подпушек, волосы не сразу, вы же понимаете, что это, как сказать, ну это не моментальный эффект. То, что шампунь работает, и волосу надо возродиться, воспрянуть, напитаться, да, изнутри, и тогда они начинают расти. Поэтому вы эффект увидите, может быть, там не моментально, а там 2-3 недели, и уже будет эффект. Хотя производитель заявляет, что 8 недель надо использовать, чтобы увидеть такой эффект 100%. Так, дальше. Да, здесь у меня два заказа. Два заказа, поэтому два мыла. За каждые 50 баллов можно было взять мыло, но, по-моему, акция закончилась или мыло закончилось. Вот, ну посмотрите, на втором шаге, когда вы переходите из корзины, нажимаете далее, чуть ниже вы увидите, доступно ли мыло или нет. Если доступно, конечно, за 15 рублей берите обязательно, потому что это очень классная цена. А, про средства недорассказала, уже бросилась на тушь, потому что вспомнила, что я недокрашена. Почему я беру это средство? Не все его любят, оно жирненькое, оно прям, его ощущаешь, когда умываешься, потом вот так вот все мягенькое и маслянистое. Мне это наоборот нравится. Мне нравится, что у меня после умывания вот тут вот не стягивает и не хочется бежать быстрее мазать кремом. Это первое. Во-вторых, это единственное средство, которое удаляет идеально макияж до последнего намека, что был макияж. То есть чистое, чистое очищение. Вот, поэтому рекомендую, попробуйте. Как им пользоваться? Нужно вот так взбить средство, прям взбить, чтобы оно все смешалось, потом оно опять отслаивается. На ватный диск наносите, прижимаете прям к макияжу. Но я, кстати, я не сразу к макияжу, я чуть-чуть водичкой все-таки размягчаю тушь, чтобы она легче отходила, чтобы ресницы меньше травмировать. Я прям пальчиками так вот тушь причпокиваю чуть-чуть, чтобы она разжижилась. Если можно, даже чуть-чуть смываю. Потом прикладываю диск, держу 30 секунд, потом аккуратненько опускаю вниз, открываю глаз, протираю к носу нижнюю часть, переворачиваю и еще раз протираю вот этой вот второй стороной, которая пропитана, она менее жирная и до конца очищает макияж. Видите, как красиво отслаивается, прям сверху ходит чистенькая, вниз синяя. Красота, обожаю это средство. Так, дальше. Сумку. Я взяла себе сумку. Помните, я вам говорила в каком-то видео, что я на нее запала. Я думаю, что эта сумка идеальный вариант для лета. У меня есть черная сумочка, все в пакетике, все классно. Какой у нее приятный кремовый цвет, и она мягенькая такая, хорошенькая. Ну, чувствуется сразу, что это не кожа, ну и понятно, кожа бы такая стоила. Клепка внутри, она тоже бежевая, у нее очень красивый персиковый кант по краю проходит, и она вот так чуть-чуть, вот видите, сужается, складывается. Есть ремешок, есть средство, которое надо тут же выкидывать. Давайте что-то сюда положим, например, духи, ну примерно как телефон. Спокойно вошли, осталось чуть-чуть места. То есть что мы сюда можем положить? Карточки, телефон, тушь поместилась спокойно, еще что-то по бокам, помада поместится, маленькое зеркальце. Но телефон будет не такой толстый, как духи, которые я туда положила. То есть вот такая вот классная сумочка, ее мы носим как клатч, можно просто носить, а можно носить на ремешке. Ремешок, смотрите, чем он интересен. 1,20 м, по-моему, длина, поэтому на большой размер пойдет. Так, он сделан как ремень. Вот что мне понравилось, то есть можно отдельно носить. У меня как раз нет бежевого ремешка, а мне нужен. Смотрите, мы провдеваем вот так вот, специальные у нас здесь ушки есть, провдеваем ремень и одеваем себе на талию. Все, сейчас примерю. Мне кажется, ой, не будет видно, сейчас прям секунду. Так, так, правильно я все сделала, сейчас я посмотрю. Так, мне не хватит дырочек, то есть и у меня так, а вот нормально, мне же не надо, чтобы оно было прям вот на талии, на талии. Тут есть специальные вот такие вот, как я называю, заглушки, чтобы не убежал ремень.
и все чудесно, вот прям чудесно. Смотрите, как она лежит. Почему я захотела именно эту бежевую? Вот черная сумочка, которая у меня есть, вы понимаете, что черное оно утяжеляет, особенно летом, например, какой-то легкий сарафан, да, какой-то вот все в рюшах, в оборках идут, это черная такая бандура, и она сразу прям утяжеляет. Это же классно, светленькая, под любой буквально наряд подойдет. Потом что мне еще понравилось, то что она маленькая и плоская, то есть не выпирает сильно, то есть мне вот не надо с собой таскать не знаю что, вот просто положил телефончик, все, и свободные руки. То есть когда мы гуляем, чтобы была ровная осанка, если у нас сумочка через плечо, идет небольшой перекос, если сумка легкая, ну незаметно, все равно автоматически плечо вздергивается, заметили, чтобы сумка не соскользнула, она вздергивается. Вот, и я очень люблю рюкзачки и вот такие вот классные сумочки. Просыпайся, просыпайся, смотрите, Соня, у нас такая погода пасмурная, поэтому он спит весь день. Снимаю, очень понравилась сумка, довольна. Сейчас, к сожалению, нам не присылают на обзоры продукцию, поэтому приходится брать на ощупь. Ну, мне мой ощупь очень понравился, то что я не ошиблась, буду носить ее с удовольствием. И это еще не все сумочки, которые я получила, у меня еще одна сумка. Сейчас возвращаемся к нашей коробке, чуть позже покажу еще одну сумку. Так, это под заказ тушь с интересной кисточкой, которую можно вынимать через верхнюю крышечку или просто вынимать из флакона, сразу две крышечки. Получается, что если вы вынимаете просто ее, открутив вот из флакона, на ней много туши, и получаются объемные густые ресницы. Если вы вынимаете только верхнюю часть, то через этот колпачок снимается лишняя тушь, и вы получите эффект более таких вот прозрачных, тонких, длинных ресниц, то есть не будет такой вот нагрузки. Вот. А можно еще так делать: сначала густенько накрасили, а потом быстренько вынули и расправили все, расчесали более тонкой. Очень хорошая тушь, кстати, популярная, ее часто все заказывают. Так, что я взяла себе? Взяла маску с глиной. Я не любитель масок в банках, как вы знаете, я люблю все или в тюбиках, или с дозаторами, но против этой маски я не стала себя сдерживать. Во-первых, надо пробовать все новое, это раз. Во-вторых, кстати, Optimals, прикольная коробочка с листиками, что-то новенькое. Во-первых, надо пробовать все новое, во-вторых, масок много не бывает, и надо пробовать разные маски. И в-третьих, у меня дочка обожает маски с глиной, я думаю, что мы ее используем мгновенно, потому что до этого у меня была вот эта баночка с ягодами, тоже от Optimals, она у нас долго была, очень долго. Ну-ка. Но она пахнет вкусно. Интересная маска, такая пластичная. Кстати, запишу видео, сделаю маску эту завтра и посмотрим, какой она даст эффект на коже. Хотите? Если хотите, пишите в комментариях, сделаем. Красивый цвет такой, знаете, мятный, светлый мятный цвет. Будем пробовать, особенно летом, когда кожа сильно жирнится, то просто необходима глина, чтобы она излишки все убирала. Так, что вам еще показать такое? Да, кстати, вот они, скрабы. Да, взяла я несколько штук, потому что скрабы надо будет подарить, побаловать клиентов. Так, а здесь что у меня? А это тот самый аппарат пыток, как у нас девчонки в чате уже написали. Это специальная пружинка, которая выдергивает ненужные лишние волосики, которые растут, например, пушок на щечках. У кого-то может быть усики, да, на бороде пушок начинает расти. Но это такие вот возрастные штуки. А как ей пользоваться? Я даже не представляю, сжимать. Попробуем на руке. Я не понимаю. Я что-то не так делаю? Научите, объясните. У меня ничего не происходит.
Надо, наверное, двигать и сжимать. Да! Катастрофа! То есть я вот так вот двигаю, сжимаю, и она быстро, о, кстати, не так уж и больно. А, ну как здорово выдергивает. Ну-ка. Я поняла. Я просто первый раз вижу такую штуку, я даже не слышала, что такие бывают пружинку. То есть мы вот так вот катаем и чуть-чуть сделаем вот такие вот сжимательные движения. Ха, слушайте, все, я увлеклась, я сейчас себе эпиляцию сделаю. Но, по-моему, это нужная вещь. Надо, конечно, будет попробовать на личике, но сейчас на мне макияж. Я, может быть, это сделаю на видео, но не знаю. Я ничего вам гарантировать не буду. Мне как-то, меня аж в жар бросило, потому что я очень боюсь всяких штук. Все, что причиняет боль, это просто вот для меня страшно. Но на вид она очень прикольная. Вот так бы мне сказали, Лиля, что это? Если бы я не прочитала в каталоге, я бы никогда бы не поняла, для чего эта вещь нужна. Ну окей, пусть будет. Так, далее здесь целая куча витаминок, мужские, женские wellness и опять женские, потому что настрой, и все хотят быть здоровы, особенно сейчас, когда у нас идет самоизоляция, да, карантин, на всякий случай лучше, да, себя подстраховать. Это еще не все. Два набора, вернее две коробочки, это капсулы. Serena Wedge, это, знаете, это микс масел, очень крутых масел, дорогие классные масла, которые разглаживают, омолаживают, напитывают кожу. Я очень люблю эти капсулки. Я попробую открыть коробочку. Это обе капсулы под заказ. Сейчас расскажу, как я получила заказ. Листаю каталог, сижу и думаю, что-то у меня нет в этом каталоге особых заказов, потому что я каталоги никому не дала. Себе выбрала то, что мне надо, а хочется больше. Итак, я вдруг вижу, что в каталоге капсулы со скидкой. Я вспоминаю, что у меня одна клиентка их просила. Она прям сказала, как будут со скидкой, закажи мне. Я не знаю, как открыть, не получается. Ладно, рассказывай дальше. Я думаю, дай-ка позвоню, вдруг, ну вдруг скажет да, потому что, ну, я же не могу просто без спроса человеку заказать, мало ли у нее сейчас трудное финансовое положение, да, или передумала, или вообще как бы, ну я не знаю, женщина есть женщина. Я звоню, говорю, здравствуйте, помните, вы просили капсулы. Ну естественно, я вначале поздоровалась, расспросила, как дела, как здоровье, потом говорю, я так-то по делу звоню, да, если что. Вот, и я спросила, помните, вы капсулы заказывали? Она такая, да, а что, со скидкой? Я говорю, да, бери обязательно. Я говорю, сколько она? Одну. Я говорю, окей. Даже не спрашивает цену, просто со скидкой, ладно. И потом говорит, подожди, помнишь, ты мне давала пробники кремов? А я не помню, какие давала, потому что мне их много присылали, и я их вот всем распихиваю, чтобы пробовали. Думаю, ну понравится, закажут, ну хотя бы будут знать, что у нас вот эта Novage очень классная серия. Она, я такая, да, какая, можете посмотреть? Она мне читает, эколаген. Я говорю, а, эколаген, да, конечно, класс, сама пользуюсь. Она говорит, вот, закажи мне такой крем дневной. А ночной есть? Я говорю, есть. Я говорю, давайте я сейчас посмотрю, сколько они стоят, и вам перезвоню. Смотрю, сколько стоит, считаю, что в сумме получается больше половины стоимости, если взять целый набор. И рассказываю про весь набор Novage, наш экоген. То есть там очищение, крем для глаз, сыворотка и вот эти два крема. Я говорю, понимаете, вы получаете 5 продуктов, и эффект от использования будет в 7 раз сильнее, нежели вы купите один крем. То есть как бы, ну, деньги на ветер, можно сказать. Ну конечно, будет классно, будет приятно, но чтобы получить этот эффект реально, вот когда кожа подтягивается, омолаживается, расправляется. И она такая, а, берем. У меня целый набор как раз лежит. У меня два набора было, один я уже раздербанила, и постепенно я достаю то, что у меня, например, кончился крем для глаз, я достала, кончилось очищение, я достала, а второй новый, я вот его сейчас ей отдам и закажу себе опять запас. Мне важно, чтобы экологен у меня всегда был в наличии для себя. Так, поехали дальше. Рассказала вам про капсулы. А как, откуда вторая баночка взялась?
Я позвонила второй женщине, тоже которая в курсе этих капсул, и говорю: а помните про капсулы, они сейчас со скидкой, может вам заказать? Она: конечно, конечно, бери. Вот так я набрала заказ огромный. Так, что здесь еще? Ой, еще один скраб. Все, набрала кучу всего. Ладно, покажу вам эту прелесть. Я не хотела заказывать аромат, честно. Когда я попробовала из пробника, мне верхние ноты очень понравились, а потом, когда он стал раскрываться, я думаю, ну что-то немножко как бы не мое. Думаю, окей, не буду брать. Но сейчас я официальный обозреватель Oriflame, и нам присылают вот три продукта. Так, прислали тушь, прислали аромат, и, кстати, даже несмотря на то, что он идет бесплатно, помаду все равно вкладывают. Если вы будете заказывать этот аромат Infinite, название, конечно, красивое, то помаду получаете в подарок. Сейчас идет акция. Давайте покажу, какую помаду вложили, чтобы вы знали. Это такой нейтральный оттенок, серия 5 в 1, ультра, вот эта кремовая. У меня код 35166. То есть она практически всем на лето, нежненькая, мягенькая, да и не только на лето. Я люблю такие нейтральные помады, даже сейчас у меня на губах тоже такой вот цвет спокойный. Давайте саму туалетную парфюмированную воду, подождите, это женская парфюмерная вода, вот попробуем, потому что вы знаете, из флакона все равно аромат по-другому звучит, и возможно так получится, что я его рассмотрю уже в другом ракурсе. Раскрываю, внутри коробочка красивая, вся такая вот тоже коралловая какая-то. Флакон обалденный, смотрите, как классно сделан. Вот я когда увидела только-только в каталоге этот флакон, я сразу такая: хочу. И так я захотела этот аромат, но потом, видите, у меня по-другому получилось. Крышечка красивая, вся такая в пупырочках. Ну вот так вот вкусно. Давайте на себя. Я специально сегодня ароматом не пробовала, не пользовалась. Заметьте, сначала идет пусто, выходит воздух из трубочки, и только потом аромат. Сейчас заодно посижу, побалдею, почувствую, как он раскроется. Ну, флакончик классный. Вот верхние ноты прям, прям огонь. Слушайте, из пробника вообще по-другому пах. Ой, слушайте, мне нравится, но он сладкий, он не из таких вот легких воздушных, может быть он сейчас, конечно, выветрится, но такая нежнятина, вот это единственное слово, которое мне сейчас пришло в голову. Давайте сейчас я с ним пока заканчиваю, еще посижу, понюхаю, так вам его поставлю повыше, чтобы видно было, потому что это еще не все. Еще третий продукт — это хайлайтер. Как я удержалась, чтобы его не попробовать, не открыть еще, я даже не знаю. Коробочка клевая, такая сиреневая. Я когда увидела, думаю, это что? Я вроде ничего не заказывала. Что это может быть? Выглядит как помада. Смотрите, по размеру тоже примерно как помада. Есть пипетка, есть крышечка. Кстати, у меня консультант, моя Леночка, уже сегодня в чате написала отзыв об этом средстве, она в таком восторге, прям говорит: девчонки, если думали, брать или не брать, берите, такой обалденный цвет. Так, ну здесь, наверное, я так понимаю, пипетка, мы капаем, ну обычно вот так прям вот снимаем. Ага, так, попробую набрать. Набрала, капнула, закрыла. Красивая, пахнет нежненько. Флакончик очень красивый. Вот спасибо Oriflame, то что начали делать красивучие такие флаконы, потому что нам важно, девочкам, чтобы все было красивое. Как он на руке, слушайте, вот если вы... он просто вот как вода исчезает, я его растираю. Если сравнивать с предыдущим хайлайтером в тюбике крема, крем, то тот прям вот крем-крем, его вот так вот мажешь, и он, а этот прям жиденький такой, как водичка, раз, капельку стряхнули, и осталось золото. Оп, оп, над губой положила. Красота неописуемая, просто чудо.
супер. Потом я сделаю макияж, с ним отдельно запишу. Что здесь осталось у нас? Так, пустой пакетик выкидываю. Пакетик, еще один каталог. И последнее, то что сюрприз, показываю. А у нас была акция, где мы собирали спонсорские баллы. Нужно было регистрировать новичков и набирать баллы. Я набрала очень много баллов. То есть у меня будет прям... Я их поменяю на 12 000 рублей. И еще кусочек у меня остался, чтобы взять себе какой-то подарок. И я взяла то, что я очень хотела. И я так переживала, что мне не хватит баллов. Пришло вот в таком чехле под замочком. То есть здесь вот такой вот пластиковый замок. Слушайте, ну это вообще фантастика. Тут еще... Ой, сорвала эту неаккуратно. Тут еще все запечатано под 7 замками. Сейчас чуть-чуть. Какая она классная. Такая сумочка. Написано Oriflame эксклюзив Стокгольм. Маленькая прям надпись. И тут сумочка вообще оригинальная. Такая расцветка. Темно-темно-синяя вот эта вот отделка. Замок и клапан. И клапан крепится на крючки. То есть такие вот есть два отсека. Можно расслабить. Ой, два варианта. Можно сделать, если у вас сумочка набита вот так подальше чуть-чуть, а можно чуть поближе. Давайте внутри посмотрим. Блин, такая красотища, не могу. Вот куда мне столько сумок? Но я их очень люблю. Внутри синяя ткань и ремешочек. Какой красивый. Его можно отстегнуть. Очень здорово, что это не целиком цепочка, потому что когда цепочка на плече, это некомфортно, особенно летом. Мягкая такая под кожу, мягкий под кожу материал. Мягкая ткань, хотела сказать. Очень качественный. Я прям, вау, меня аж трясет. Получается, что вот один отсек сразу и много-много отделений для визиток. Ну, немного, два отделения для мелких визиток. И под молнией еще отделение. И там уже есть логотип, еще раз, Oriflame на кожаной такой штучке. Вообще фантастика, как мне понравилась эта сумочка. Ну, сейчас мы тоже в нее все уберем. Парфюм попробуем, да. Ну, то есть чтобы было понятно, что она будет вместительная, и телефон, естественно, и какую-то косметику можно будет взять. Да, видите, совершенно спокойно закрылась вместе с парфюмом. И еще что-то сюда, мелочь всякую можно положить. Обалдеть, какой кайф. Девчонки, вот это подарок за 1 рубль всего. Надеюсь, вы тоже участвовали в этой акции. Если участвовали, напишите, какие вы себе подарки возьмете. Смотрите, подо все подойдет, буквально вот, ну, с любой одеждой. И мне придется носить 2 сумочки, потому что теперь это будет моя любимая, и это моя любимая. Я вся обвешаюсь сумками, еще рюкзачок за спину, и будет полная красота. То есть, ну, вот это класс. Супер просто, правда? Слушайте, я как маленькая. Я вам забыла рассказать про акцию, которая сейчас идет для новичков. Я сделала заказ на новичка, и сразу, если заказ на 1200, и это первый заказ в истории новичка, единовременный, первый, на 1200 по ценам каталога, сразу вкладывают аромат Loved Up из серии Feel Good. Это сливовый аромат, он у меня, кстати, есть, очень нравится. Его вкладывают в подарок. Та-дам! Вот это сюрприз. Вот, это круто. Обалденный заказ, мне все очень понравилось, я прям вот в восторге. Пишите тоже отзывы, пишите, что вы себе заказали, чем себя побаловали, или что теперь закажете, посмотрев мой обзор. Делитесь впечатлениями. Вот, закрываю сумочку. И на такой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Проснись, пошли прощаться. Вредина, проспал все. До новых встреч. Желаю вам классного, суперского каталога. Люблю вас, крепко-крепко обнимаю. Пока-пока. Что ты... О, нет, не пока. Стойте, я вам не показала, какой подарок я получила. Самое главное. Целый мешок.
помните, у нас была акция, компания проводила марафон, который назывался «Маскарад Орифлейм». Надо было делать маски каждый день, выкладывать в Инстаграм или ВКонтакте фотографии или видео, писать пост и ставить этот хэштег. Я победила, всего 10 человек, и мне написали, что я победила, при том, что я даже не знала то, что будут призы. Я просто так участвовала для того, чтобы, ну, как-то вот развлечься, и тем более маски мне нужно было делать. Все по нулям, накладная на мое имя. Вообще, смотрите, сколько масок. Во-первых, моя любимая теперь маска для волос — манго. Раз. Вторая маска — это не такая же маска, как здесь. Нет, нет, это увлажняющая, увлажняющая маска. Миш показывает, что надо ближе. Увлажняющая маска, как раз про которую я вам рассказывала. Не буду открывать. Так, далее. Маска Novage. Обновляющая, по-моему. Восстанавливающая маска Novage, тканевая. Дальше. Маска Essentials, могу ошибаться в названии. Питание, очень крутая маска. Маска алоэ и кокос. Маска пленка, потому что здесь не недельный запас, а годовой запас масок. И маска Novage. Я когда увидела этот мешок масок, я была вообще в обмороке, представляете? Это круто. О чем это говорит, ребят? То есть когда компания проводит какие-то акции, марафоны, челленджи, участвуйте! Любой может победить, абсолютно любой. Я не делала ничего особенного, просто мазала маски и выкладывала в Инстаграм. Все, вот, вот эта куча подарков. Я очень рада. Спасибо, Орифлейм. Эта компания меня вдохновляет и заставляет мое сердце биться быстрее и жить ярче. А теперь точно пока-пока, до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, ну и этот Соня, не будем с ним прощаться. Пока. Пип. Самое главное забыла — послевкусие от водички, она совсем другая, не такая, как в пробнике. Вот что я вам скажу, потому что сейчас она мне нравится. Она раскрылась, очень нежная, мягкая, сладенькая, но не такая, что прям в обморок упасть. Нет, классный аромат, супер. Так что смело берите, девчонки, если планировали, то сейчас вы знаете, что это хороший, достойный аромат. И я думаю, что он будет очень стойкий. Все, теперь пока. Чш.